Во! Как? Ну как, вы, наверное, дома уже, да? Я приехал, меня встретили, все, я добрался, все, слава Богу, благодарю за молитвы, вот. Никто вас дома-то не упрекал, что вас долго не было? Нет, никто не упрекал, никто. Ну ладно. Нет. Там матушка говорит, какую-то там тачку возили, она не найдет ее, где она. Она все думает на меня, что я ее спрятал. А куда спрятали-то ее, есть чтобы знать-то? Нет, я ее не трогал совершенно. Она потеряла сама и сама не знает где. К этой тачке у меня вообще не было прикосновения никакого. Ну хорошо, все. Нам лишь бы ответить, все понятно. Она не знает, где ее там потеряла и все. Да. Ну мы доехали тоже благополучно, слава Богу. Андрей довез нас, разгрузились. Ну и сегодня сейчас Володя уже дрова колет. Хорошо. Так, по дому, что мы торопились где-то, решили пока не трогать, потому что своя комиссия осмотрели и говорят, сейчас морозы ударят, бетон-то не схватится, и мы только хуже сделаем. Надо делать, когда уже к лету дело будет идти. Ну и мы зашли. Все, тогда. Ну, зашли. Все, я рад, да, что так все складывается. Да. Я сейчас ходил только к мосту, а так как у меня надо ходить. Ага. Вот, сходил, вернулся, а Надежда что-то с Любой, а не с Любовью Николаевной, они там по больницам отправляются. За Любовью Николаевну помолитесь, у нее серьезное подозрение на болезнь, нехорошую. Ну, Господи, анализы там сдадут, как Богу угодно. Теперь уже все знают. Да. Утром мы молились, а вы утром-то можете к нам приходить на молитвы-то? К вам? Ну да, на молитвы. Мы же молимся, так к нам отовсюду люди. Вы обратитесь к этому, если Вячеславу, чтобы он подключил, все данные дал. А я подключен. Ну все, тогда. А тот же распорядок, по местному 5, а по вашему сколько будет это? 3 часа. Поздно, конечно. Тогда вы подсоединитесь к московским. Они... Я с московскими. Я читаю там псалмы. У них псалмы читаю. На 4 часа раньше. Это позже нашего. Ну, у нас 9 часов, а у них 5. Да. Так что вы можете свободно к ним подсоединиться, если еще. Я с ними постоянно. Ну, вот такое дело. Вы, наверное, немножко расстроились, что раньше уехали, да? Ну да. Как же так сказали, тут стена вываливается, я же должен думать. Нет, все на месте. На колонне маленько там есть, и даже его незаметно. Но так как он без фундамента дом, требуется нижнее теперь гнилье убрать, подсоединить там или там из кирпича что... Силикатный кирпич возьмем, наверное. Каждый кирпичик один, 15 рублей. Да, все дорого. Ну и нужно-то нам не 2 кирпича. Да. Ну, вот так. Голубей, спаси Христос. Да, голубей привез, кошки все привезли. Володя своих 2 кошки, да. И я своих 2. Все. А мы же вчера еще решили чуть-чуть поужинать с ним, чайку попить и сыру съесть. А кошки крутятся вокруг нас, особенно белый. Он так смотрит, как человек так не смотрит. Ну дайте. И по кусочку мы сыру дали им. Немножко. Да, а это мы говорили, что
А я их угостил сыром. А что черная, ваша черная, которая, она исчезла, ее нигде нету, надо садить, вот-вот за нами заедут, уже в 7 часов начинается погрузка. И она откуда-то вынырнула, я в другой комнате-то ее закрыл, да, которая клетка-то стояла, в клетку обоих и посадили. И довезли все, ну, хорошо. А вот как в жизни все подтверждается, что Богом все управлено, все как надо. Да, да. И вот, да, вот чтобы встретить меня, сын заболел, у него спину прихватило, он звонит человеку, который постоянно без выходных, а в этот день был выходной у него. Я говорю, как все устроено Богом, а? Все предусмотрено. Господи, слава тебе. Слава Христу. Аллилуйя. Да. Ну, вот так вот. Ну, вот. Ну, все. Будет, ну, все будет тогда. Трудиться дальше. Да, вот, что вы там крючки разные делали, все это память будет большая. С Богом. Я рад, что позвонили. Сейчас Володе скажу, пойду.